Друзья, всем привет! Инвестиционный фонд Амир Капитал. Что это такое? Этот инвестиционный фонд, где можно инвестировать в свою криптовалюту. Такие как биткоины, эфириум и USDT. Он имеет уже офисы в Москве, где есть адрес, телефонный номер, можете спокойно туда позвонить, и Алматы. И на данный момент получает лицензии многих разных стран. Тут есть, как вы видите, партнеры, с кем работает инвестиционный фонд Амир Капитал. И давайте вот подробно или не подробно посмотрим, что это такое. Инвестиционный фонд Амир Капитал. Тут можно начинать инвестиции с $1. То есть тут, ну, по сути, нету ни минималки, ни максималки. И нету никакого не замораживают тело депозита, что является очень хорошо. Что каждый вторник можно выводить свои деньги хоть до цента. То есть выводить всю вами инвестированный капитал плюс заработанные проценты. Что я оставлю ссылку на Амир Капитал под этим видео. И вы можете спокойно сами изучать, что за этот фонд. Что тут есть приблизительные доходности. И, кстати, я оставлю под это видео еще ссылку, где доходность все время этого существования компании. Что это у нас получается? Вот такую таблицу я оставляю. И смотрите, тут видно, с какого числа, сколько фонд заработал. Вот тут процентами, что зарабатываем, скажем так, что довольно-то хорошо. И тут последний сейчас апрель, что отмечены. Как, и вы видите тут процент за все время, сколько заработал фонд. То есть, если вы стали бы членом фонда в марте 2018 года, тогда вы уже заработали бы, смотрите, в биткоинах 160%, этериуме 211% и USDT 210%. Давайте еще заглянем быстро внутрь кабинета. Я сейчас покажу на примере своего личного кабинета. Чтобы стать инвестором, надо пройти обязательную верификацию. Иначе вы просто не сможете инвестировать сюда деньги. И чтобы инвестировать, надо верификация. Я это сказал. Верификация нужна для этого, чтобы доказать банкам, что не является финансовым пирамидам, и деньги проводят все сервис банковских аккаунтов. То есть Амир Капитал свои средства держит в банках, что тоже является как знак доверенности. Что надо делать после этого, как вы зарегистрировались и прошли верификацию? Вот вы можете выбрать либо стабильный счет, либо накопительный. Что, какой счет есть, вы можете спокойно смотреть, когда вы ознакомитесь с сайтом. Ну, я вам так просто кратко скажу, что стабильный такой, что есть фиксированный ежемесячный процент, что вы получаете, вы ставите на определенное время свои денежки и получаете каждую неделю определенный процент. И после этого, как прошло время, как вы ставили на стабильный счет, деньги идут вам обратно на баланс. Либо на биткоин, либо на этериум, либо на USDT. В каком счете вы сделали свой стабильный. Либо накопительный. Выбираете, куда вы хотите инвестировать. Например, тот самый биткоин. И просто нажимаем пополнить. Выходит адрес, куда вы на счет должны перевести деньги. Деньги приходят очень быстро. И начинают сразу же работать на вас инвестиции. Вот тут наверху вы видите маленькие точки. Это начисление на вас счет. То есть проценты, что вам приходят каждую неделю. Что еще раз припомню, что нету минималки, нету максималки. Вывод происходит каждый вторник. Что раз в неделю можно ставить на вывод. Те деньги, что вы не вывели, автоматически идут набирать проценты на следующем неделе. Вот такой краткая информация про инвестиционный фонд Амир Капитал. Если вам интересно такой вид инвестиции, проходите под видео
по ссылочке и станьте партнером Амир Капитал. Там же вы увидите таблицу доходности. Если это видео было вам полезно и вам не трудно, поставьте лайк, делитесь этим видео с своими друзьями, чтобы они могли бы начинать инвестировать очень с малых сумм. И с вами был Роман Морозов. Всем пока. Зарабатывайте честно и, главное, быстро.